Два нарушения требований закона о выборах подтвердила Генеральная прокуратура. Оба были допущены в социальных сетях. Так, пользователь Facebook нарушил правила агитации. В день голосования опубликовал призыв голосовать за одну из партий. Сейчас автора поста разыскивают, чтобы привлечь к административной ответственности. Второе нарушение в телеграм-канале. Житель столицы опубликовал якобы результаты голосования на одном из избирательных участков. Достоверность данных сейчас проверяют. Также за день в Генеральную прокуратуру поступили два обращения. Одно от арестованного в Мангыстауской области, который отказался голосовать без наблюдателей. Другое обращение от жительницы столицы, которая посчитала незаконным исключение себя из списка наблюдателей. В целом, как уже отмечалось, электоральная кампания и непосредственно сам день голосования прошли в спокойной обстановке. Результаты надзорной деятельности в электоральный период позволяют констатировать, что выборы депутатов Мажилиса парламента и маслихатов проведены с соблюдением требований Конституции и Конституционного закона о выборах в Республике Казахстан.